Кровавые вороны. Орден космодесанта, который был известен не только своей жестокостью и силой в бою, но и своими криптоманскими наклонностями. Они были известны как опытные воры и грабители, и всегда были на поиске ценных вещей и ресурсов. Однажды кровавые вороны получили задание проникнуть в защищенную базу врага и украсть технологии, которые могли бы быть полезны для Ордена космодесанта. И, как всегда, они были готовы к этому заданию и отправились в путь. Когда они прибыли на место, они обнаружили, что база была сильно охраняема и защищена. Но это не остановило кровавых воронов. Они начали свою миссию, используя все свои навыки и технологии, чтобы проникнуть на базу. Кровавые вороны смогли пробраться сквозь охрану и достигли хранилища ценных ресурсов. Они начали забирать все, что им было нужно, включая технологии и артефакты врага. Они были быстры и эффективны, и никто не смог остановить их. В конце концов, кровавые вороны смогли выйти из базы с ценными ресурсами и технологиями. Они были готовы использовать их в пользу Ордена Космодесанта и были уверены, что их действия помогут защитить галактику. Когда они вернулись в свою базу, они были превознесены за свою отвагу и преданность своей команде. Они понимали, что их криптоманские наклонности могут быть опасными, но они также знали, что иногда нужно рисковать, чтобы достигнуть своих целей.